Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Итак, мы рассмотрели уже два секрета свободного человека, счастливого. Да? Первый – это секрет свободы и секрет реальности. Третий секрет, о котором я хотел бы сегодня с вами поговорить и поделиться своим жизненным опытом. Прежде всего, если я где-то какие-то ролики делаю, да, то я прежде всего рассказываю о себе. То есть, вот сам о себе. То есть я не рассказываю вам какую-то там теорию, да, о ком-то, чего-то. Вот рассказываю просто про себя, как есть, вот так и говорю, да. Значит, секрет красоты. Секрет красоты заключается в том, что вы должны полюбить и принять свое тело. Вы должны полюбить и принять свое тело. Полюби и прими свое тело. Это огромнейшая проблема в этом мире, огромнейшая проблема, потому что есть огромная индустрия, миллиардная, которая пытается нам вдолбить в голову, да, в сознание, что вот человек должен вот так выглядеть. Да? Вот столько-то метров, столько-то километров, столько-то килограммов. Ну, понимаете, то есть вот такие вот схемы, они ни к чему никогда ни хорошему не приводили. То есть запомните, что каждый человек индивидуален. Каждый человек индивидуален. Поэтому нужно полюбить и принять свое тело. Значит, каждый из нас, ну, примерно, скажем, в возрасте от 15 до 20 лет, да, когда мы были подростками, вот большинство из нас были нормальные, обыкновенные дети, югендлихи, молодежь, да? И вот примерно хотя бы ориентироваться на это, да, вот какой я был, скажем, там, с 15 до 20 лет, вот такой я должен быть дальше. И, скажем, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, да, то есть в 20 лет, в 20-25 лет примерно мы уже сформированы, наш скелет сформирован, все уже как бы сформированы, органы и так далее и тому подобное. И тогда мы еще были не так засорены, зашлакованы. И вот я, например, тоже достал фотографию свою. Вот она у меня тут висит передо мной. Вот моя фотография. Да, это я был когда молодой, сколько, наверное, то, что где-то лет 20-25, в таком возрасте я ее повесил перед собой несколько месяцев тому назад. Вот здесь такая доска очень, где всякие термины, там где-то какие-то, если договоренности, да, записные книжки, эти записки у меня всякие висят, ну, чтобы перед глазами, если где-то телефонирую, чтобы не проспать какой-то термин, там срок, где-то встречу и так далее и тому подобное. У каждого есть рабочая доска. Вот у меня здесь рабочая доска спереди, да. Ну вот, короче говоря, повесил вот прямо перед лицом у меня эта фотография висит, да, когда мне было 25. 76 килограмм примерно я так весил. 1,74-1,75 так я где-то рост у меня, да. Уже давно не замерялся. Ну, короче говоря, что получилось. Первое, да, что вам нужно, секрет красоты. Вам нужно открыть свои альбомы своей юности и посмотреть, какими вы были, например, там в 20-25 лет. А? Все такие были красивые, вау, открываешь альбом и говоришь, ба, начинаешь сравнивать, да? Совсем другой человек перед тобой сидит. А что изменилось? А ничего не изменилось. Просто мы со временем, наш организм превращается в помойное ведро. Да, как немцы говорят, мюльаймер. Помойное ведро. Все в нас складывается, мы толстеем и становимся такими большими помойными бочками. И идем по жизни, да, каждый из нас тащит с собой так где-то 20-30-40 килограммов такого шлаков, отходов, да. Вот вы на кухне, женщины, например, убираетесь, вы же все, если какая-то грязь, выбрасываете на улицу. А вот в нашем организме, да, нужно тоже делать уборку. Систематически, регулярно нужно убирать все, очищать. И тогда вы в 50, в 60, в 70 лет будете выглядеть ровно настолько же, сколько вы выглядели в 25 лет. Открывайте свой альбом, откройте, например, возьмете зеркало, сравните. Да, та же самая, абсолютно. Только единственное, конечно, морщинки будут везде, да? Но морщинки это не так страшно, это игаль. Морщины, они украшают даже человека. Особенно здесь красивые морщинки. Не надо так делать всякие пластические операции. Значит, о чем
вот подошли к зеркалу, ну, реально так разделись, раздетые, подойдите к зеркалу, посмотрите так и скажите: мамочка дорогая, что я сделала со своим организмом, да? То есть со своим телом. Честно нужно об этом себе признаться. Или мамочка, например, мужчина, да, скажет, что я сделал со своим организмом, там торчит. Значит, нужно что-то начать делать и потихонечку от этого избавляться. Да? То есть выводить все шлаки, проводить внутреннюю очистку организмов и так далее и тому подобное. То есть есть целые системы по восстановлению здоровья. Ну и, конечно, полюбить надо сначала ту фотографию, на которой вы были изображены, и стараться к ней идти. Вот каждый день, каждую неделю, каждый месяц возвращаться к тому состоянию, которое вы были. Потому что полюбить, например, грязную машину, это невозможно. Вот у тебя есть машина прекрасная, Porsche, да, Mercedes, там, Audi, да, классная машина. Ты поехал в какой-то колхоз, проехал там, там какие-то открыл двери, колхозников подвез куда-то, да, они как раз там со свинарника шли, такие грязные на сиденье, грязь везде, локти там грязи, все такое в машине, да, ты приехал домой, раз смотришь на такую машину. Такую машину полюбить тяжело, да, можно, конечно, такую грязную тоже полюбить, да. И вот то же самое наш организм, да, вот когда он весь такой грязный, да, как вот эта машина колхозников, где там колеса грязные, внутри все грязное. Конечно, эту машину надо было бы почистить, привезти ее, например, в мойку, да, нанять людей, там, заплатить самому тоже, да, то же самое. Когда мы восстанавливаем здоровье нашего, мы ведь тоже не все сами делаем. Есть какие-то люди, есть какие-то процессы, есть кто-то нам помогает, консультирует, как, что, где. И мы потихонечку начинаем машину нашу чистить, да, чистим, и она у нас блестит, прекрасная новая машина, да. Говорит, ничего себе, оказывается, машина, вот как она была хорошая, она и есть хорошая, только что она была вся в грязи, да, вот наше тело то же самое, дорогой мой друг, дорогая подруга, она тоже у нас такой же осталась, как и в 25 лет, только она все вот такое вот грязное, да, в грязи, в шлаках, отходы, да, нашего же внутреннего производства, как говорится, шлаки у нас, тяжелые металлы, всякие мы антибиотики, гормоны там роста, да, каждый раз кушаем с мясом, да, и с многими другими продуктами, всякие пестициды, гербициды, химия, ой, сейчас если перечислять, это будет без конца. В общем, короче говоря, что вот возьми эту фотографию твоего детства, вернее, молодости, скажем, 25 лет, да, когда ты там более-менее нормальный был, или возьми просто сам выбери, в каком возрасте ты был более-менее такой, который ты вот хотел бы стать снова, да. Повесь ее к себе вот так вот перед глазами, положи ее в кошелек, сделай, может быть, копию там, не знаю, куда-нибудь на рабочее место, или чтобы ты это постоянно видел, да, и чтобы ты постоянно об этом думал, что я должен восстановить свой организм такой, какой он был. Ну, а здесь у тебя очень много есть хороших помощников. Во-первых, Творец, Бог, который создал тебя, он хочет, чтобы ты восстановился, чтобы ты снова стал таким же, какой раньше был. Потом твои окружающие люди, да, они тоже это заметят, тоже все скажут: вау, молодец, начнут тебя ободривать, да, то есть хвалить, это очень здорово, такой тоже получается кайф. Потом еще, вот это нужно прежде всего тебе, если у тебя есть прекрасная Porsche машина, Audi, да, зачем тебе ездить в этой грязной машине, возьми, вымой ее как следует, да, она будет блестеть, все будут обращать внимание, скажут: молодец, смотри, как он вымыл хорошо свою машину, как он восстановил свое тело, да, которое дал ему Творец. Ведь наше тело, ведь нам его дали и сказали: ухаживай за ним, следи за ним, да, обращайся с ним правильно. Вот я к тебе тоже обращаюсь, начни восстанавливать свой организм, свое тело. Будут какие-то вопросы, звони, я тебе расскажу, как, что, где. Будем это вместе делать, да, то есть это всегда здорово, видеть успехи друг друга. Итак, три секрета я уже раскрыл тебе или вам. Секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты. Четвертый секрет – это секрет дружбы. В следующем ролике об этом расскажу. И не забудь подписаться на канал. Сделай это доброе дело. Кто его знает, может быть, когда-то мы с тобой лично будем контактировать. И было бы здорово, чтобы мы как бы уже ближе были. Да? До следующего ролика. Секрет дружбы. Пока-пока.